Всем привет! Сегодня будем готовить такие мини-штолины, они творожные. Получается очень вкусно, очень похоже на настоящий штолин. Напоминаю, у нас на канале сейчас проходит конкурс. Мы разыгрываем 3 крутых подарка от Comfy. Ссылка на это видео в описании под видео. Переходите, участвуйте, выигрывайте. Всем удачи! Большой плюс этих мини-штолинов – все смешал и в духовку. Делайте все при помощи ложки. Не нужно делать миксером, потому что вы нарушите структуру теста. Оно у вас будет слишком однородное. Сюда сахар. Ванильный сахар. Можно просто ванильки добавить. Цедра одного апельсина. Она такая ароматная, я вот натирала ее только что, прям вот ароматно-ароматно. Очень мягкое сливочное масло. Творог любой жирности. Изюм и цукаты. Изюм нужно помыть и обсушить. Цукаты я покупаю не такие, что, знаете, вот квадратиками, они уже запакованные продаются. Я покупаю на раскладках, они такие большие, вкусные, я их нарезаю, они мягкие такие. Очень классно подойдет апельсиновые цукаты. И здесь у меня манго. Ну, можно любое что-то желтенькое. Молотый грецкий орех, хотя вы можете добавить любые молотые орехи. Значит, смотрите, это уже вкусно. Уже вот можно брать и есть ложкой. Разрыхлитель смешиваем с мукой. Добавляем муку и перемешиваем. Немного я домешиваю рукой, потому что ложкой тяжело. Изюминка этих штолинов во вкусных цукатах и вот в этом аромате апельсина. Обязательно попробуйте. Ну что, что сырое, вкусно. Берем приблизительно столовую ложку, не нужно скатывать в шарик, вот оно должно быть, знаете, как вот такое вот пухкое. И вот так выкладываем на пергамент. Выпекаем в разогретой духовке на 180 градусов 15 минут. Посмотрите, как красиво смотрятся мини-штолины, очень нарядно. Значит, смотрите, какие они внутри. Прямо нежные и воздушные, украшаются они сахарной пудрой и подаются. Пахнет цедрой, это такой, знаете, рождественский запах. Мягкие, воздушные. Очень вкусно. Похоже на штолины. Понятно, что это не идеальный штолин, но это очень вкусно. Я думаю, что можно заменять таким образом рождественское печенье, потому что вот оно творожное и такой, как вам объяснить, влажность в тесте присутствует. И вкусно, и когда остывшее, и когда теплое. С молоком, без молока, к чаю, к завтраку. Пеките. Спасибо, что сегодня были со мной. Обязательно приготовьте мини-штолины. Жду ваши фотки и жду ваши отзывы. Все, подписывайтесь на канал, смотрите меня на телеканале R1. Всем привет, я Ольга Матвей. Я люблю готовить и делюсь рецептами блюд на своем YouTube-канале. О еде с любовью – это моя первая интерактивная книга. Здесь собрано 130 лучших рецептов, по мнению зрителей канала, а также более 600 пошаговых фотографий приготовления блюд. Изюминка книги в том, что возле каждого рецепта есть видео. Нужно лишь отсканировать QR-код и перейти по ссылке. Смотрите, как это работает. Всем привет! Это канал «Готовить просто». Сегодня будем готовить очень вкусный фруктовый торт под названием «Тропиканка». Покупайте мою книгу и будем готовить вместе!